Вот первое был удар отсюда. Смотрите, вот. Это направление 71 километр. И дальше Ясиноватский блокпост. Снаряд попал в трубу в чугунную, на чем основание забора держалось. И разлетелось. Прямо на валу. Проходите. А во сколько это произошло? 12 часов. Так, на том же забором лежит. И вот попадание, вот видите, было туда. Вон, ребята там тоже ремонтируются. Видите, на третьем этаже или второй этаж там. Я любил когда-то Украину. И люблю ее сейчас. Но те твари, которые пришли с оружием, пускай лучше разворачиваются. Уходите отсюда, ребята, уходите. Вы нам здесь не нужны, как вы не поймете. Мы вас здесь не ждем. Такое время. Неожиданно. Раз начали уже молотить, то уже могут и сюда прилететь. Показывайте всем, вот что они сделали и для чего они убили вот эту женщину, мою мать. Я понять не могу. Человек сидел, вязал носки, никого не трогал. Для чего они убили? Можете рассказать, как это было? Ну, могу рассказать, конечно. Начался обстрел. Прилетела мина, сюда мина либо снаряд, я не могу вам сказать. Осколки залетели в дом, и вот проникающие в сонную артерию попали. Вот он сюда залетел. Человек здесь сидел, вот так никого не трогал. Вот это вот в квартиру прилетело. Это явно не мина, это явно не снаряд, а непонятно, что это заряжено. Разве она жить не хотела? Хотела жить. Интересно, ихние мамы хотят жить? Хотят жить. Почему мы должны хоронить своих родителей, своих детей, которых убивают, своих граждан нашего города Донецка? Вот для чего это? Нет. Здесь позиции нет, ближайшие позиции, но это всем они известны. Там Ясиноватский блокпост, Пески, где происходят боестолкновения. В СМИ это всем известно, что там, почему сюда летит. Здесь дом Чапаева. Нет, здесь неделя на 44. Да, Киевский район, неделя на 44. Поселок Фрунзе, 2. Осколки прилетели. Ну, вот это вот третий день сегодня, по-видимому-то. С утра до вечера бьют. А вообще с 6 до утра... Можно сказать, почти что они не прекращаются. Вот вы сами слышите, вот 10 минут прошло, опять бьют. Где-то был час перерыва у них, по-видимому. Вот сейчас опять начинается. В общем, здесь я так понимаю, что нет же позиции, да? Ну, я же не могу сказать, где у них сейчас позиция. Раньше били с аэропорта. Нет, ну да, я имею в виду, ну здесь, почему они сюда бьют? Здесь какие-то, не знаю, военные объекты или что здесь? А тут никогда их и не было. И военных тут не было никогда, не стояли. Стояли военные, он там в лесу был, у них что-то там. Все. Это ж уж не первое попадание сюда, вот именно сюда. Там под елку прилетало в 14 году, правильно? Ну тут сразу три. Раз, два, три. Петьки в крышу 4. Вот 4 этих вот. Это когда аэропорт был. Ну там понятно, там очень близко было. Да нет, ну тут мины били. Мины били. А мины. Здесь вы, вон видели, какая воронка лежит. Вон. Можете. Смотрите сами.